Ребятушки, привет! Кто внимательно нас смотрит, помнят и знают, завтра при наличии хорошей погоды у нас по расписанию Балаклава, парк Миниатюр и Лавандовые поля по дороге через Королес, через Танково, Терновку, по дороге в Симферополь. Если будет интересно, в первую очередь видео, как и всегда, будет выкладываться в Телеграм. Ну а дальше уже куда получится, в YouTube там, и в какой-то из аккаунтов TikTok. Что хотел напомнить еще, смотрите, вы иногда спрашиваете там экскурсии, показать вас, покатать. Ну у меня реально на это времени нет, я снимаю те локации, где бываю сам, лишь потому что мне нужно. Вот. Но у меня есть очень много хороших знакомых местных, которые знают наизусть Крым, в частности весь ЮБК. И в зависимости от количества человек у вас, у них есть разный транспорт. Есть бусики, Вита, есть джипы, легковые автомобили. То есть, если вам интересно попутешествовать здесь, в радиусах, которые вы смотрите на моих видео, напишите мне в личку, я вам дам номера телефонов этих ребят, конкретно кому с кем больше понравится, вплоть до того, что с фото машин. Если вас устроит, понравится, цена устроит, ну, естественно, это не бесплатно, им там бензин же, все как бы, ну, вы понимаете. Предупреждаю сразу, цены будут, естественно, дешевле, чем предлагаю там в Ялте, на автовокзале или где-либо. То есть, захотите попутешествовать, я дам протеже рекомендации на ответственных, адекватных людей, моих друзей, которые я знаю десятки лет, и вам понравится. Завтра по расписанию Лаванда.